Открытие весеннего гастрономического фестиваля прошло в торжественной обстановке с фуршетом. Здесь собрались представители лучших сочинских гостиниц, ресторанов и кафе, которые предлагают жителям и гостям курорта уникальную программу отдыха и возможность получить новые впечатления. Свои услуги и кухню представили и пятизвездочные отели, принимавшие гостей во время проведения зимних игр. Мы подготовили на гастрономический фестиваль в этом году кухню древней Анатолии. Это интересно, это не только кушать, но тоже слушать о традициях анатольской кухни. И потом в вторые выходные у нас будет кухня Латинской Америки. Впервые участие в фестивале принимает Radisson Blue Paradise Resort and Spa. В своих трех ресторанах отель предлагает широкий выбор аристократических блюд интернациональной кухни. Я думаю, что это отличная возможность для сочинцев и гостей курорта найти что-то новенькое. Наш отель сегодня представляет два ресторана уникальной итальянской и азиатской кухни. Так что наши гости получат необычайное впечатление не только от самого отдыха, но и от кулинарии. В течение трех недель в заведениях, которые участвуют в фестивале, будут проходить презентации изысканных блюд и мастер-классы. Ценители вкусной и качественной еды смогут познакомиться с искусством шеф-поваров, пообщаться и сравнить предлагаемый сервис. Не менее интересные презентации пройдут для знатоков алкогольной и табачной продукции. Презентация вин ли, виски ли, коньяков ли. Сигарный клуб участвует неизменно в нашем фестивале. Очень активно, как всегда. Мы проводим 4 мероприятия. Одно у себя, это первое мероприятие 24 апреля. Далее мы выезжаем к нашим партнерам, ресторанам, отелям, проводим там мероприятия. В следующий раз рестораторы города соберутся во время большого осеннего гастрономического фестиваля. Он откроется в октябре. Событие обещает быть еще более интересным и богатым различными мероприятиями. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.